суть данной рубрики в том, что я притворяюсь автором тех хитов, которые сейчас звучат везде. На лицо этих артистов мало кто знает. Приятного просмотра, погнали. Да. Привет. Привет. Какие семечки? Какой марки? Попугай. И вы двое как попугай ответили, да? Да. Нормально. Давай еще раз. Я тут рэпчик написал, послушайте. Зашел попеть. Я как болт, мне нужна гайка. Залезть в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, я потерялся. Воу-оу, ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дает губы. Ее парень тупит, он это не любит. Но вообще как-то... Упс. Саня, да убери! Слышишь, чего? Это не ты ведь написал. Почему это не я? Это моя песня. Нет. Ну давай, доказывай, что это не моя песня. Теперь. Доказывай ты! Ну я так спел свою песню. Это не моя песня, я знаю, что ты спел. Там включил к бабушке, видел, да и все. Ты что, думаешь, я плюсовку включил? Нет, давай ты, короче, вспомни другую песню. Я поверю тебе. В смысле, вот. Какую? Типа, ты думаешь, я вообще не пою, да? Нет, мне понравилось. Вот, смотри. Чё хочешь, я тебе могу спеть. Заметался пожар голубой. Очень, очень подходящая песня. Это знать надо! Это классика! Давай, ладно. Крутим барабан дальше. Так, батарейка, может быть? Батарейку? Давай. Холодный ветер с дождем усилился стукатно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Включай минусов. Пальцы вверх, короче, смотри, как голос здесь, а фокс поворачивается. Чего? А, голос, что ли? Ты что так с пивасом говорю? Вообще четко отвечаю. Будешь голосовать за меня, когда я поеду на голос? Конечно. А то как-то, знаешь, ну, тикток снимать это не круто. Четко. Мне вообще понравилось, так вообще, не знаю. Привет. Привет, Ириску покажешь? Ириска, нет, я могу показать свой скилл в рэпе. Заеб***. Че, вам уже рэп читали, что ли? Ну, мне кажется, как лучше меня никто не читает. Много лил читов рэперов, я еб***. Да, ну я еще не просто этот, я еще типа гитарист. Че, себя 50 рулетки продвигаешь? Нет. Просто общаюсь и пою песни. Повеселить людей решил. Спой песню. Так спеть или зачитать? Петь. Ну давай, какую песню? Давай Коржа. Знаешь песню Коржа? Да. Мало. Из старого или из нового что-нибудь? Старенькая. Старенькая. Так, 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 так. Ну давай, вот это. Погнали. Его крутая песня. Мария. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, пред которыми бессильны, и города, где максимум места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моей жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё нам? Очень красиво, правда. Да. Натуре. Спасибо. То есть вам еще так не пели? Кайфанули. Я ж сказал.
Что будет по-другому? Микрофон. Ты микрофон включи. О. Ну чё, а сейчас? А, он специально это делал, наверное. Нет. Слышно, нет? Ну, сейчас-то да. А, ё-моё. Как так-то? Я в себя верю, а вы верите в меня? Ну да, верю. Запомни одну фразу, все будет, но не сразу. Вау. То есть я стану звездой, да? Ну, наверное, станешь, благодаря нам станешь. Ну давай, я вам зачитаю рэпчики, я просто пишу свои песни. Может, понравится. Ну давай, давай мы запишем, потом мы тебе споем. Давай, погнали. Я как болт, мне нужна гайка. Залезь в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, я потерялся. Воу-оу, ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дает губы. Он это не любит, он это не любит. Но мне вообще как-то по... Вот так вот, нормально? О, четко вообще, что еще умеешь? Ну, это вот единственная вещь, которая выстрелила, остальные песни фигня. Это ну, что, я на... песня? Да. Ты что, врешь? Нет. Шутишь? Нет, я пишу песни. Ну вот гитару могу на гитаре сыграть. Это типа... Ну давай, давай на гитаре. Ну какую песню хочешь? Эту. Ну да, эту же и спой. А зачем ее? На гитаре она не очень, наверное, звучит? Ну, ну какую на гитаре ты сможешь? Тихо ты, хоть она... А ты не знаешь, что на гитаре играет? Че? Ты нас не снимаешь там никуда? Чего не пугаешь? Че ты меня пугаешь? Че ты меня пугаешь, а? Вау! Да, дай мне полтос. Наяривает как конь просто, вау! Наяривай, давай, наяривай просто. Может, что-нибудь еще споешь? Думаешь, надо? А у тебя есть свои песни? Да. А можешь свою спеть? Так. Самую любимую какую-нибудь. Знаешь, типа, чтоб мне понравилось. Угу. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну да, давай. Качели называется. Везде как не дома, везде как не свой. Тревожные чувства играют со мной. Сегодня в порядке, завтра снова на дно. В качелях скрипучих взлететь не дано. Сорваться с цепи, улететь за мечтой. И вернуть беззаботные дни. Где кружит лунопарк далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. So I see happy crew on a plane on blue. Oh, I wanna fly with you. I wanna fly with you. Где моя любовь за облаками? Где за горизонтом малый закат? Скроется солнце, вспомнятся ночи. Тонные очи, твой аромат. Твой аромат. Ты когда песню эту выпустишь, скажи мне, пожалуйста, я сразу же добавлю. Она уже вышла. Она вышла? В 2019 году, да. После армии. Я ее в армии написал. Как ты записан? Вот так. ВК. Вот так. Арслан. Я обязательно добавлю этот трек. Арслан Качели называется. Ну, я просто понял, какие тебе песни нравятся, раз Драуфу там назвала, да, Мияги. Это типа, ну, это в основном мои любимые. Угу. Ну, как раз это ну, референс. Теперь будешь и ты. Что? Буду следить теперь... за твоими новыми треками. Самую главную песню там можешь послушать, но, типа, это не самая популярная из того, что написано. А какая самая популярная песня? «Не влюбляйся» называется. «Не влюбляйся»? Ага. Можешь ее спеть? Давай. Подожди. Чё? Подожди. Как... не влюбляйся, милая.
Вот нет, это? Нет? Нет. Все, извиняюсь, давай дальше. Пой. Ну, по-любому, может, слышала. Нет, просто, ну, как бы название похоже. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Я не могу быть. Ты ее слышала или так просто? Да, я ее слышала. Это гениально. Ничего себе. Согласна, эта песня гениальна. Я никогда бы не могла подумать, что я зайду в чат-рулетку по приколу и найду такого человека, как ты. Случайности, они всегда такие интересные. Может быть. Привет. Привет. Это общежитие, что ли, у вас? Да. Чем занимаетесь? Знаешь, на кого похож? Блин, на ютубе, на гитаре играю. Кто это? Очень похож. На кого? А, блин, на ютубе. На ютубе? Дом музыканта, да. Не знаю. Такого. Ну, я тоже подписан на пару ребят. Не знаю, про кого ты говоришь. Сейчас. Блин, не до музыканта, не помню. Хижина музыканта. Я тоже на него подписан, кстати. Нормальный пацан. Стоять. А, серьезно. Я просто не увидела у тебя надпись на толстовке. А где? Здесь? Где, да. А-а-а, спалился. Я не думала, что я кого-то адекватного найду в чат-рулетке. Бывает. Если адекватный, значит, обязательно блогер, да? Нет, я, кстати, находила одного не блогера вчера. Понятно. Я поэтому сегодня здесь опять, я ищу его. Но... У нас вылетела чат-рулетка, и мы с ним даже контактами не обменялись. Печально. Ну, это возможно, в принципе. Если сидеть. А ты что тут делаешь? Да поюшь, пою, рэп читаю. Хочешь, я споюсь, хочешь? Давай. А что ты любишь? Я бы послушала. А? Я, блин, я меломан. Меломан. У меня нет определенного вкуса в музыке. Ладно, давай вот Камбулата, может. Песню знаешь такую? Она называется. Намного ниже меня ростом. Ее глаза светятся, будто космос. Ее глаза цвета темной печали. И для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты, алка. И для нее мне ничего не жалко. И не важна ей никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Она чистая, как слеза, но я сделаю все, чтобы не видеть их. И ты не плачь, пусть плачут небеса, ведь я построил этот мир только для нас двоих. Мы тут немного поплакали. Поплакали уже? Песня крутая, да, песня классная. Ну, согласен, да. Блин, ты очень красиво поешь. Вообще, я просто на YouTube давно не заходила, я забыла, как твой канал называется. Ну, теперь вспомнила, так да, что посмотри, прям... посмотри последние выпуски, они вот недавно хорошо вышли. И успехов тогда в поиске твоего друга. Да, тебе тоже. Спасибо. Удачи. Давай, пока. Пока. Ребята, буду безумно рад, если вы поставите лайк этому видео, оставите любой комментарий и подпишитесь на канал.